Есть минимум 7 способов зарабатывать на квартирах и интерьерах. Это и платные консультации, и дизайн проектов, и 3D-визуализации, и реализации проектов, то есть ремонт и процент с продаж мебели. И множество других способов делать бизнес на интерьерах, которые пользуются большой популярностью. Это не просто огромный рынок, это рынок недвижимости, а значит, это самый огромный рынок во всем мире. В этом видео я хочу пригласить вас на бесплатный интенсив «Как запустить свою дизайн-студию с нуля, но с доходом от 500 тысяч в месяц». Регистрация по ссылке под этим видео. Мы разберем, как стартовать дизайн-студию с абсолютного нуля, как быстро вывести дизайн-студию наоборот от миллиона рублей в месяц. Мы разберем 7 реальных способов зарабатывать на интерьерах, как привлекать заказчика на дизайн-услуги, как проводить продающие консультации, замеры и диагностики. А также мы разберем пошаговый план, как вывести вашу студию до 12 миллионов рублей в месяц. Возможно, вы уже чем-то занимаетесь, но понятия не имеете, как сделать свой бизнес. Возможно, вам просто нравятся квартиры и интерьеры, но вы хотите узнать, как делать из этого реально хорошие деньги. В любом случае, приглашаю вас на онлайн-курс по запуску собственной дизайн-студии. Оставляйте свои контакты и проходите на первый бесплатный интенсив по запуску дизайн-бизнеса.